Есть люди, которым намного труднее других. Некоторым все сходит с рук, а им нет. И они обязаны быть лучше. А если человек решил жить по мечте, вдвойне обязан. Почему? Потому что большинство жить по мечте трусит. Первым проблеском солнца улетай в гордый вызов орла, брось в огонь шелест грубых ладоня. Не верну криком тебя. Без одежд прямо к горным вершинам, без надежд возвращаться назад.
рвешься облако пениц. Далеко крики гнева слыхать. Несло вихрем дальние звезды. И молва перьями легла.
Часовщик не пел.